Всем привет, вы на канале Ангел RBX, и сегодня я буду играть в Murder Mystery 2 с новым ножом из летнего ивента, который мне подарила моя подписчица, спасибо тебе огромное, ты облегчила мне жизнь просто, потому что мне копить еще 800 мячиков, а это капец много, поэтому как-то так. Давно мечтал купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RBXL. На сайте недавно произошло глобальное обновление, благодаря которому покупка робуксов стала еще дешевле и проще. Робуксы всегда есть в наличии, а их покупка идет по самому выгодному курсу с моментальной отправкой на ваш аккаунт. А для желающих получить робуксы бесплатно, на сайте появилась акция, позволяющая получить робуксы за приглашение друзей или выполнение заданий. Вступайте в Discord-сервер с ежедневными розыгрышами робуксов, а также в группу ВК с отзывами о сайте и масштабными розыгрышами на стене. Все это только на RBXL, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Сайт проверен лично мной. Да, вот так вот он выглядит красиво, я еще нацепил новый эффект, да. Девочка, тебе в кайф? Девочка, с тобой все хорошо? Почему ты лежа танцуешь? Девочка, что с тобой? Короче, я включил voice chat. Точно, ты же будешь включать. Тимеры? Ютимеринг? Что это? Вы тимеры? Или нет? Ладно. Окей. А я его знаю, кстати, он этот... В Ютубе видела его. А, у меня узнали. Да, это ты? У меня есть voice вообще. У меня есть voice. Давайте просто скобочки отправим. Да? Это значит, да, обалдеть. Да. А можно фоточку? Можно, конечно, что за вопросы? Можно даже не спрашивать, просто подходите и делайте. Ой, спасибо. Пожалуйста. Всё, спасибо. Быстро сделала, окей. Ой! Да-да-да, я в Ютубе пару раз видела. А, меня узнали. Вообще не ожидала. Знаешь, просто я по нику узнала, честно слово. Ну, хоть кто-то на ник обращает внимание. Да-да-да. Достань телефон, микрофон нормальный, почини. Меня еще узнали, еще мальчик узнал. Спасибо большое за подарок, мне очень приятно. Спасибо огромное. Так, мне еще хотят подарить. О, спасибо большое. Это подарок от девочки в зеленом скине, которая была. Спасибо большое. Так. Опа, я убийца. Вот это мне сегодня везет. Супер. Я не могу, они такие милые. Мне даже их убивать неохота. Ну ладно. Давайте посмотрим, как он выглядит. Просто посмотрите, это бомба. Это просто супер-мега-класс. Минус одна. И пошлите убивать других. Ой, я убил ее, прости, пожалуйста. Так, вон там у нас еще люди. Давайте их тоже закромсаем. Так, кот бежит у нас тут. Кот, все, убили кота. Супер, окей. Вот у нас еще остальные. А че вы... Ну, начинается лютый спам-джамп, как обычно. Все супер убили. Так, это либо у нее что-то с интернетом сейчас было, либо у меня. Окей, надеюсь, кто-то сейчас навстречу побежит. Ой, прости, пожалуйста. Мне так жалко вас убивать. Вдвоем, вот у вас двоих. Ну, ладно. Так, где у нас остальные? Я не понял что-то. А, вот, мальчик, подписчик мой. Окей. Так, давайте... О, пистолет подобрали! Умри! А, как-то сглупил чел. Что-то застрял, ну ладно. Так, и получается, остается у меня только один подписчик мой. Ну-ка, иди сюда. Давай-давай, ну почти же, ну-ну-ну-ну-ну. Гоу-гоу-гоу, давай-давай-давай. Ну почти же, достаю. Он сейчас пес подберет. О! Я не того убил. Ладно, окей. Так, мальчик, я не знаю, как тебя зовут, поэтому буду звать тебя так.
Короче, я решил не пвпшиться, а убить сблизи. Все супер, это победа. Топ и топ. Я, короче, невинный, как обычно. Кто у нас убийца? Вот. Или кто? Сейчас. Что? Это такой пацанчик в сером костюмчике. И у него капюшон в виде котика. Вроде как. Ага, понял. Спасибо. Вроде это он. А, спасибо, что подсказала, спасибо. Все, я понял теперь. Да. Все. У него единственного там, ну, как я заметила, эффект элиты. Ага. Вот. Спасибо тебе большое тогда, что подсказала. Так. Опа, убийца. Жиза. Какая же реакция. Так, тут с меня тут офигевают, что тут я играю, да. Окей. С кого начнем? А вот мальчик. О, я его как-то убил. Я даже знаю, какой. Я даже знаю, какой это мальчик. Это мой подписчик. Ой. Опа. Так, белый. Ты вроде у нас стример, если я не ошибаюсь. Я, скорее всего, ошибаюсь, наверное. Точно. Все, я... Ну да, он тимер, значит, говорят. Все. Так, это у кого залагало сейчас? У меня или у мальчика? Прости, пожалуйста, прости, прости. Дорогой, нет. Можно я тебя убью? Пожалуйста. Ладно, ты можешь меня убить. Давай, убей меня. Ну блин, прости. Я вот так посижу около тебя. Погрущу, все. Побежали искать остальных. Остальным мы шансы давать не будем, да? Окей. Так, где у нас остальные? Здесь, здесь у нас никого нету, наверное. Да, нет никого. Значит, либо... А, ладно, окей, это победа. Топ и топ. Ой, все, я теперь буду тебя ангелочком называть. Солнышко, ангелочек. Как мило. Очень мило. Очень, очень мило. Респект тебе, девочка. И вот просто как таких убивать милых людей? Вот просто я не понимаю, мне очень как-то неловко. О, убили. Мой пес. О, все, пес я подобрал. Ой. Так, 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 так. Аккуратно нужно играть как-то, чтобы она меня не убила. Потому что она может меня убить. Так, ну блин. У меня настроение капец поднялось. Из-за этих двух девочек. Не, я с крысы не убиваю, ты чего? Все, это победа. Топ и топ, прости. Еще раз. Так. Ого, убийца, вот это мне везет сегодня. Спасибо, Мардер, что ты сегодня добр ко мне. Я уверена. Часов 9? Я сейчас лягу спать, ничего. Понятно. Так, ну чё, я не буду их первыми убивать. Ну, зачем, да? Так, девочка все равно умерла. Ага, ФК. Вышла из ФК. Оп. Всем привет. Так, я почему-то никого убить не могу. Бекончик. Ой, я кого-то... Мой подписчик шериф. Нет, он почти меня застрелил, господи. Это было опасно. Так, давай-ка я в тебя быстренько... Блин, нож не задел. Так, надеюсь, ты меня сейчас не закрысишь. Не надо так делать, пожалуйста. Так. Челик, давай-ка я тебя быстро. Оп. Так. Бам. Ой, я не того Что тут произошло просто? Жесть какая-то. Просто какая-то жесть произошла. Ну ладно. Так, ищем остальных. Здесь нету. Проверяем быстренько кухню. Здесь нет. В раковине у нас тоже вообще никого. Пистолет у нас еще не подобрали, странно. Окей. Так, проверяем вот здесь все нычки. Здесь нету никого, там, ну, там негде прятаться. Ага, подобрала пистолет, где... Прости, пожалуйста, как я тебя так убил. Вот я вижу еще желтую девочку. Оп, все, это победа. Топ и топ, вот это да. Короче, я снова невинный. Ой, ее подругу убили. Капец, отомстите кто-нибудь за мою ЛП. Я отомщу, я отомщу за нее. Я. Ч,
Чё у нас шериф сонный какой-то? Она идёт просто, она ничего не делает. Так я о том же и говорю, что она ничего не делает. У меня тоже нету слов. Нет! Нет, ее убили! За что? За что ты так с ней? Зачем ты это сделала? О, наконец-то шерифа убили. Окей, давайте заберем пистолет, отомстим за моих подписчиц. Да. Так, она у нас кемперит, но мы ее обхитрим. Она повелась, ладно. Окей. Она повелась на эту ловку. Бам! Все, это победа. Топи-топ. Отомстил. А вы что думали? Отомстил, отомстил из-за меня, из-за меня. Конечно, ангел сказал, ангел сделал. Ангел выполняет свои обещания. Да, вы что думали? Так, у нас моя подписчица убийца. Да нормальная у тебя подруга, с ней вообще весело играть. И это моя подруга. Да нормально у тебя подруга, очень даже веселая. Она прекрасная просто. Опа, убили шерифа. Мое. Ой, ты хотела забрать, блин, прости. Так, мне бы сейчас ее пристрелить. Нет, 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 нет. Не убивай, нет, нет, нет. Ой, давай, 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 давай. Давай, оп, блин. У нее лагает. У меня за километр убили, жесть, ну ладно. Так, а кто у нас убийца-то? Бекон-убийца. Бекон-убийца. По-любому. А, бекон-шериф. Бекон-шериф. А, это читер. Читер? Ну все, простите. Кстати, да, с нами читер играет на сервере. Бекон, дай пистолет, пожалуйста, бекон, бекон, ПЖ, пистолет, пистолет, дай пистолет, пожалуйста, бекон. Ресетнись, ресетнись, бекон. Пожалуйста, дай пистолет, бекон, пистолет, дай, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо огромное, бекон, давай, спасибо тебе огромное. Так, где у нас читер? Сейчас мы его грохнем, смотрите. Сейчас грохнем. Я смотрю. Опа, где он? Ой, крыса, крыса, фу-фу-фу. И бам, офигеть, что? Офигеть, вот это победа. Спасибо огромное, вот это победа, топи-топ. Вообще, туда его. Спасибо огромное за подарок, за фрихрому. Фрихрому Годли. Спасибо огромное. Не, я ее одевать не буду. Зачем? Спасибо огромное. Не-не-не, вебка это не про меня. Ого. Вебка это не про меня. Вебка не мое. Типа ты вообще не планируешь? Нет, не, не хочу. Вообще не хочу снимать с вебкой. Боже, на меня что так обиделся. Да, он до этого никого не выкидывал. На что ты обиделся, боже мой? Позорник, не вай. Что ты, что ты, на что ты обиделся, боже мой? Ёб твою мать, что я не написал? Надо супер шанс было написать. Да, читер кринж, конечно. Обиделся на меня, что я его пристрелил. No kill me, no, no, no kill. Конечно, я мардер, да, я убийца. Сейчас тебя убью. Отвали от меня. Боже, на что он обиделся? Почему он только меня выкидывает? Жесть, ну подумаешь, пристрелил единственный его из всех.